Так, пора платить за коммунальные услуги. Итог без пени. Это номер телефона или то, что я должна заплатить? Очень дорогая, да. Да, насколько вообще вы увидели, подняли цены у вас? Мы просто сами в Ростове живем недолго, ну, относительно недавно, поэтому нам не с чем сравнивать. Мы здесь буквально полгода, просто как-то. Ну, за полгода я думаю, что можно сравнить, в принципе, потому что у нас выросло в декабре, да, по-моему, у нас повышение цен было. То есть вот этот январь, да, он как бы такой был жесткий. Насколько у вас вообще? У меня просто муж платит, и, если честно, он как-то особо не отслеживает там на каждые 500 рублей. Но он когда платит, ругается матом. Ну, возмущается, да, типа, сколько можно? Нет, не удивилась, потому что я знала, что будет повышение. То есть вы к этому Я были не готовы, удивилась, да? нет. Да, ну раз все повышается, почему коммуналка? Там же тоже люди работают в ЖКХ. Им надо зарплату проиндексировать и получить. Насколько у вас вообще Не знаю, я не смотрела процент, не знаю. Посмотрела, условия. заплачу, и все. Да. Меня не особо это как бы смутило. Да? Да. Привыкли, да? Ну, в принципе, все повышается, все нормально. Да. Ну Ну да. Да, конечно, уже с декабря в этом году. Ну, в том году. Да нет, не особенно. Да, так. То есть не сильно, Да. насколько выросло примерно? Ну, может, где-то, может быть, ну, 50 рублей, вот там, А, то есть. может быть, до 100 рублей, вот так вот, то это вывоз мусора. Ну, горячая вода, она всегда была, отопление высокое. Платили коммуналку? Нет. Нет, не платили, не видели. То есть вы счастливый человек, не платите коммуналку, платит кто-то другой, правильно? Нет, почему? Да-да. У меня стоит автоплатеж, А. и я как-то... Счастливый человек. Да, рост примерно так, процентов 15-20. Всплакнули, когда увидели бумажечку золотую вообще? Да нет, не особо. Да, мне зарплатку подняли еще. Вы как раз ее и потратите на коммуналку. Конечно, да. То на то. Заметили это? Конечно. И как вам вообще? В ужасе мы. Да? Но, естественно, это скоро достигнет. У меня, допустим, 130 метров, я плачу 16 тысяч. Я реально не понимаю, как бы я скоро не буду тянуть эту квартиру, чисто потому что просто я как живу на квартире. 16 тысяч рублей зимой. Это что вообще? При этом я пытаюсь экономить просто вот всяко разно. Выключаю свет, как это был дедушка раньше делал. Вспоминаю, думаю, во, очень сложно. Хотя мы работаем всяко разно изо всех сил, и я, и муж, и сейчас, слава богу, дети, мы можем разделить эти, ну, взрослые дети, мы можем поделить это. Допустим, я остаюсь одна, пенсия 11 тысяч, это что? Естественно, это продажа квартиры и переезд в... Все очень печально.